Суперзвезда теперь уже российского чемпионата Сюмей ЛТО прилетел в Москву накануне. Новобранец Анжи, который будет играть под номером 99, приземлился во Внуково-3, где его встречал наш корреспондент Вадим Матвеев. Об этом громком переходе говорили давно не только российские, но и мировые средства массовой информации. О ходе переговоров сообщалось практически в режиме лайв. И вот, наконец, настал тот момент, когда камерунец Сюмей ЛТО вступил на российскую землю в качестве игрока Анжи. Для меня самое главное было это проект, то, что действительно проект начинается с нуля. Я выиграл в Европе все, что только можно выиграть в качестве игрока. Также руководство клуба немного рассказывало о футбольном клубе, о чемпионате. И мне действительно интересно пройти этот проект от А до Я, чем играть еще один год в европейском гранде, узнавать те вещи, которые мне уже знакомы. Камерунец, как истинный профессионал, готов выйти на поле уже в ближайшем туре премьер-лиги. А увидим мы его или нет, зависит от Гаджи Гаджи. Никогда не ставлю перед собой цель, сколько голов конкретно забить. Для меня главное – это быть счастливым, и чтобы люди вокруг меня также были счастливы, тогда мы можем добиться лучшего результата. Надеюсь, что уже в ближайшую субботу мне предоставится 10-15 минут, чтобы выйти на поле. Я готов играть, независимо от моих физических кондиций. Я футболист, и подними меня в любой час дня и ночи, я готов выйти на поле. Сюмей ЛТО – личность мирового масштаба. Он надеется, что его новый клуб добьется больших успехов. Сначала я хочу 10 майк со своим именем клуба Анжи, потому что я еду в сборную. И также футболку мою, как меня попросил президент Камеруна, и его дети. После небольшой пресс-конференции Сюмей ЛТО отправился на базу Анжи в Кратово, чтобы провести свою первую тренировку в составе новой команды. Напомним, что камерунец подписал контракт с клубом из Дагестана сроком на 3 года.